Полицейские Жамбылской области за одни сутки выявили 88 нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта. Нарушителей зафиксировали в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». В период мероприятия полицейские проверяют техническое состояние городских автобусов перед выездом на линию, наличие у водителей регистрационных документов, выявление фактов управления и эксплуатации автобусов с нарушениями требований нормативов и стандартов, незаконное переоборудование транспортных средств. Мероприятия по проверке предрейсового медицинского и технического осмотров водителей автобусов, соблюдение водителями режима труда и отдыха. В основном нарушения у нас сотовые телефоны, без ремня. 593, часть 2, 591, часть 1, сотовый телефон. И в основном технеисправность 590, часть 5. Цель оперативно-профилактического мероприятия – это снизить аварийность среди общественного транспорта. Помимо автобусов, полицейские штрафовали и водителей легкового автотранспорта. Я завершил маневр и не заметил пешехода, вот поэтому полицейские меня и остановили. Данные мероприятия проводятся на постоянной основе. Будут они продолжены и впредь. Ильдар Гизатуллин, Галжан Асенбаев, служба новостей.